есть. Ух ты, ребята. Карась. Хороший карась. Вот такие красивенные, здоровенные караси. Просто реально караси-монстры ловятся. Уф. Всем привет, дорогие друзья! Как вы поняли, я на рыбалочке. Смотрите, в каком месте. Шикарном. Сегодня попробуем вот так вот половить. Сейчас вам саму суть расскажу этой рыбалки. Взял я так немного вещей. Пришел вот в такое вот местечко. На один шикарный водоем. Вот тут такое место. Местные поделали вдоль берега. Там так много таких мест идет в камыше. Только пару есть открытых, которые прям к воде. И в общем, сегодня попробуем половить на поплавок. Взял две удочки. И будем ловить карасика и карпика. Это если повезет. В общем, вот такая вот у нас сегодня будет рыбалка. Здесь такая красота. Очень красиво. Так, все, давайте не о природе. Я буду рассказывать, что да как. И давайте будем, наверное, замешивать прикормку. Ты удочки забросил уже. Просто я только пришел. Ну, я думаю, вы видели. Я зашел, камыш прорезал немного, потому что тут вот так вот они прям мешали бы забрасывать. Я прошел, прорезал. Сейчас замешаю прикормку. Пока закормлю. Думаю, где-то часик пройдет, и что-то должно проклюнуть. Хотя вот мне подходили местные, говорят, что вообще клев не очень. Вчера только там из 4 человек один. Пару карасиков поймал, так что не знаю, что будет. Здесь у нас все получится. И мы поймаем рыбку. Так, давайте прикормку замешиваем. Так, прикормку я взял. Так, дома отсыпал в пакете, чтобы не тащить всю пачку с собой. Это чесночная прикормка. Так, немного чисто для одного закорма. Потому что я тут не буду сидеть до вечера. Где-то до обеда, наверное. Да и все. Так, пакет забираю. Не вы, ребят, никогда не разбрасывайте мусор. Тут все чистенько, красивенько, люди убирают за собой. И я тоже убираю, конечно же. Так, идемте добавим водички. Я замешал. Получилась вот такая вот прикормка. Подожду, пока впитает воду, как всегда. Потом еще раз добавлю и буду закармливать. Так, еще помимо прикормки у меня есть вот горох. Сейчас возьмем его также, пару жмений бросим. Не сильно много, но так, чтобы он присутствовал. Так вот. Разбросаю по всей просеке, так сказать. Пол судочка выкидал, пол оставил на наживку. Так, а вот наша прикормочка. Я уже второй раз воду добавил. Давайте будем лепить шарики и забрасывать. В общем, и все. Так, закормил немного. Еще буквально пару шариков оставил, чтобы если что, докормить. И все. Можно ждать. Ребята, перешел в новое место и случилась поклевка. Я в шоке. Первый раз вижу такого окуня. Сколько раз я ловил и на спиннинг. Но такого окуня я вижу, ребят, впервые.
Сейчас я вам покажу. Ребята, вы посмотрите, это что за монстр? Ну, в нем 0,5 кило. Идемте на место, сейчас взвесим ради интереса. То мне прям интересно стало. Мне кажется, где-то 430. 440. Ничего себе, у меня глаз алмаз. Ну, почти 0,5 кило. 440, это мой самый большой. Был бы икриной, так вообще все 0,5 кило было бы. Не, ну окунька я хочу взять, ребят. Надеюсь, еще что-то сегодня поймаю. Если нет, то отпущу. Потому что, ну, это рыба. Это очень красивая и большая рыба. Перевязываю поводок, потому что окунь прям заглотил аж в пищеводе крючок. Пришлось просто отрезать и оставить внутри. Не знаю, вряд ли даже получится его спасти. Потому что там только одно ушко торчит. Заглотил, так заглотил. Ходил только что спрашивал, сидишь, а как? У обоих. Два карпика проклюнуло. Ну, по одному, то есть. У одного оторвало полностью, а второму крючок разогнуло. А у меня тут вообще ни одной поклевки. Наверное, все-таки вернусь на то место. Ну, не вернусь, а перейду. Там, где открытая вода. У меня еще есть прикормка, горох, подкормлю, может все-таки там будут клевать, потому что здесь, ну вообще, уж. Так что, наверное, сейчас так и сделаю. А ну тут рядышком, буквально. Так что все, сейчас перевязываю поводок и перехожу туда. Будем там пробовать. Вот такое вот место получается. Тут тебе так спускаешься, хоп-хоп-хоп. Ты возле водички. Вон два поплавка. Сейчас закормлю той прикормкой, что осталось. Еще гороха накидаю точно так же. И все, будем ждать следующих поклевочек. Надеюсь, они будут. Потому что с клевом прям плохо. Я уже сижу 1,5 часа. Опа, поклевка, ребят. Потащила. Есть! Ё-моё! Карп, ребята. Он затащил. Они окунь опять. Опять окунь. Да, это, конечно, что-то. Смотрите, какие окуняки. Ну, точно такой же. Смотрите на него. Кабан. Кабан-монстр. Ну, вот отцепил опять такой горбач. Здоровенный. Также где-то грамм 400. Я вообще не ожидал. И думал, что карп. Это опять такой же окунь. Не, ну, ребят, это шикарно. Я, конечно... снимал для вас. Тут бамс, окуняра опять. GoPro, снимай видео. Есть, ребята. Ух, вот это карась. Только не запутайся. Ух. Тут мы возьмем подсак. Тут, ребят, без подсака никуда. Есть. Да, ребят, я это сделал. Просто суперская поклевка. И шикарный карась. Сейчас тут запуталась. Вы просто посмотрите на этого красавчика. Я надеюсь, вам поклевку было видно. Нереально красивая рыбка. Вот так вот, ребят, закормил место. Походил там, окуня цапанул. Вернулся, а тут карасик. Только хап и есть. Красота. Смотрите, ребят, у меня карась меньше, чем окуня. Вот, так, вот такие вот приколы. Давайте. Плавайте.
рыбешки. GoPro снимай видео. Есть, ребят, не успел включить камеру. Еще один такой карась. Поступил в воду. Такая поклевочка. Так, тюк-тюк. И повело. Просто замечательная поклевка карасика. Я еще вам заснял. Думаю, вы видели. И такой лапоть взял. Смотрите на него. Это кабанюра. Ну тут грамм 450-500, потому что он больше тех окуней. Ради интереса можем взвесить. У меня весы есть. Я же окуней взвешивал. Так что давайте так и сделаем, а то мне самому очень интересно. Так, вот, ребята, наш здоровенский карасик. А ну не дергайся. Ну а ладно. Немножко не угадал. 420. Ну да, я так и сказал, 450 под 4, его под 500. Но видите, все равно немножко меньше. Не, ну это, ребят, конечно, очень круто ловить так карасика в камыше. На поплавочек. Ветер дует такой, достаточно мощный. А мне тут так хорошо. Я сижу тут в таком приямке, везде камыш. И прям тут немножко ветром дувает. И так хорошо. Еще и рыбка поклевывает. Это вообще красота. Прям рыбалочка супер. Вот на левый поплавок так долго уже. Опа-опа. Клюет. Вот сейчас тюкнуло. Вот, оно вот так водит, мотыляет в разные стороны. Только что тюкнуло. Промахнулся. Не засек я его. Он так повел, я уже думал, что есть. Но оказалось, что еще нет. Есть. Ух ты, ребят, карась. Хороший карась. Ох, снова красавчик. Ах, запутал. Обе удочки. Не думаю, что сильно страшно. Давайте лучше. Опа. Возьмем карасика. Уф, как же он долго клевал. Как же долго клевал. Передать не могу, как это долго было. Такой же красивенный карась. Просто красавец. Рыба просто шикарная. Такие карасики зачетные. Давно не ловил такого карася. Да блин, даже на Днестре не такие караси клюют. Как тут. Так, он нормально взял, поэтому... GoPro снимай видео. Опа. Есть.
Я не успел опять камеру включить. Хо-хо-хо. Красавчик. Нереальный кабанчик. Эх, давай иди сюда. Вот такие красивенные, здоровенные караси. Просто реально караси-монстры ловятся. Уф. И потопил. Уф. Черепаха, ребята. Мне еще этого не хватало. Ядрен батон. Что ж с тобой делать, подруга? Капец. Ну, сейчас посмотрим на нее. Черепаху поймал. Первый раз, кстати, в жизни черепаху ловлю. Я ее ложу тут. Сейчас придет в себя и уплывет. Не плывет. Уф ты. Поплыла. Красотка. Больше не попадайся лучше. То у меня тут такие крючки, что это капец. Так, ну. Теперь перевязываем снасти и забрасываем. Только забросил. Как-то не ожидал, что прям сразу. Он только бац. Есть. О, обрызгал меня. Кабан. Смотрите, какой кабанело. Это просто монстр. Самый настоящий. 500-граммовый. Просто смотрите, какие лапти. Я таких вообще никогда не ловил на диком водоеме. Только на ютубе видел, как ловят. А сам никогда. На платниках, да. А чтоб именно вот на дикарях, то никогда. Какие же красавцы клюют. Я вам не знаю, как передать. Просто посмотрите. Так, друзья. В общем, карасика я уже наловился и решил с того места, с камыша, перейти на это место. Здесь сидел, так сказать, мой знакомый, и он поймал 3 карпа. Здесь, в принципе, открытая вода, поэтому он тут неплохо проклевывает. А у меня клевали там только карасики в камышах, а здесь, по идее, должен проклевывать карпик. Забросил одну удочку на горох, одну на червяк. Сейчас еще вот он мне оставил немножко тут прикормки. Сейчас еще прикормку заброшу. И, в общем, еще посижу пару часиков в надежде, чтобы поймать этого поросенка, так сказать, карпушу. Там посмотрим, что будет. Правда, у меня тут такие удочки, если он клюнет, я не знаю, что с ними будет. Но это еще какая-то, ну, тут леска тонкая, 0,25 или... Да, 0,25. Ну, тут 0,3, но она сама маховая такая, типа, как колбаса, мягкая, такая вялая, блин. Так что такое. Ну... Там главное, чтобы он клюнул. А как достать, я думаю, мы справимся. Еще плюс пацак есть. Так что вообще все шикарно. Ждем поклевочку. Подлец. Попали. Тут. Такой хороший. Смотрите, ребят. Уф, пузатый. Просто монстр. Смотрите на него. Ну, грамм 450. Я думаю, в нем есть. На червячка. Только забросил червяка. Стоял горох, вообще не клевало.
Тут бамс червячка и сходу. Ребят, одну удочку я оборвал. Наверное, уже будем собираться домой. Да и плюс время. Очень жарко. В общем, уловчик получился неплохой. Сейчас вам покажу. Улов вот такие вот все. Просто шикарные караси. Здоровые. Такие вот. И попалось пару вот таких тоже горбачей. Парочка. В общем, вот такой вот уловчик. В общем, друзья, все, я уже собрался. В общем, такая сегодня получилась рыбалка. С карпом, к сожалению, не получилось. Но ничего, в общем, я офигенно половил карася. И на этом очень рад. Надеюсь, вам видео понравилось. Так что подписывайтесь, пишите комментарии. Это у меня все. Много говорить не буду. Поэтому давайте всем удачи, здоровья, счастья, всего самого лучшего. Все, всем пока.